Надо посадить его.
Хорошо, вот так. Молодец, Джамал. Следи на его. Вот, вот, так, в этом поединке я делаю вас разрешение судить. Победу по очкам одержал спортсмен красного угла Чапуров Асет, Волгоградская область. И выходит в финал в весовой категории 65,8 кг. Гусейнов Чапуров-Дин, Саратовская область, становится бронзовым победителем чемпиона России. Для награждения приглашается старший тренер сборной команды России по ММА, президент Федерации ММА Республики Дагестан Шамиль Алибатыров.